Так, ну что же, всем привет. Ребят, те, кто смотрел прошлую серию, те знают, блин, что мы остановились на каком-то вообще лютом пиздеце с наемниками. Мы там переварили там здоровенную такую пачку их, и сейчас продолжим, потому что я не знаю, где они там рождаются, блин, не рождаются. Ух! Ну, сейчас будет жестко. Короче, это очень жесткое начало серии. Я прошу тебя, поставь лайк, пожалуйста, подпишись на мой канал. Что, начинаем? Мне даже... Ай-я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 й! Ну это, короче, это разминочное было, это все нормально, блин, там... Там один челик тусит, там, скорее всего, один челик тусит. Короче, блядь, со всех сторон зажали. Я не знаю, мне сейчас, походу, наверное, в это здание надо лететь, либо этого чувака, который... возле поваленного дерева, короче, стоит, на него надо как-то, блин... Да. Смотрите, какое сердечко получилось, да, на дереве. Прикольно. Блин, а там еще один хрен. Веселое начало серии, да? Я уже даже не знаю. Я думаю, блин, может хрен с ними откатиться там. По сейвам. И нас добили. Не один, блядь, так второй. Че, наверное, надо в здание залетать пытаться. Слушай, это какой-то лютый трэш вообще творится. Блин, и здесь дядька тусит. И он мой скарс стырил. Наемники, наемники, блин, что ж вы делаете, а? Давай сразу замедление времени ебашу. И он меня убил. Опять. Ух! Ух! Вашу мамашу, блин. Я не знаю, у меня какой-то здесь, наверное, не совсем удачный сейф. Давай, может, отсюда. Да попробую отсюда. Я там сильно далеко не убежал. Просто у меня позиция невыгодна, блин. По мне с трех мест стреляют, сразу валят. Братан, не иди нахрен. Возьми дробовик, блядь, пожалуйста. И опять меня задели. И опять меня, блин, задели. Давай, еще раз последний сейв. Я не знаю, сейчас, наверное, может это считается уже последний сейв. Это пиздец. Это пиздец. Это, мать его, пиздец. Блять, а у меня патронов нету, блин. Оружие не заряжено. Прорываемся, блять. Хорош, живем, живем. Валим за забор. Живем. Живем. Ух! Так, мне есть чем хильнуться? Быстро, блядь. Аптечка есть, отлично. Аптечка, это вообще замечательно. Откуда у меня перевес? Ладно, похрен, потом разберусь. Главное, что аптечки откуда-то появились. Надеюсь, патронов нам хватит. Давай еще раз, попытка. Ты где, блин?
И он попал по мне. О, давай, ешь аптечку. Это какой-то мега эпик. Мне уже, блин, страшно опять к этому зданию подбегать. А ты здесь что ходишь? У тебя что, пушки не было? А чё его так колбасит, блядь? Хочешь, кровотечения нету, по идее. Ладно, кровотечение сейчас, наверное, моя самая наименьшая проблема, блядь. Давай, давай, утонуть тебя быстро. Может, у тебя есть что-нибудь интересное. Блять, батон у него там только старый какой-то. Так, хпшка есть. Хпшка есть, живем. Главное их не подпускать, блядь, к себе. И они, блин, сразу вылазят, короче, как только я высовываюсь. Давай, скар пока перезаряжу. Отлично, минус один. Минус один это сейф. Так, и давай сразу музыку тогда поменьше сделаем, потому что вроде выбрались из того момента, когда надо перезагружаться, блин, каждые 2 секунды. Ну там хрен сидит в здании. Я не знаю, куда он попрет. На выход или ко мне. Ну, в смысле, ко мне на выход. Либо будут там дальше сидеть. Чё, блядь, чё у вас есть? Бля, страшно. Выбросить. КПшка есть, блин. Все нормально, живем. Сейчас ее не будет, да? Можешь сказать. Сложился? Вроде сложился. Не сильно он нас ранил, блин. Вот такое неприятно больше. Дай медицину, дай бинт. Где там бинт, блять, этот? Все. Забинтовались. Мне все еще стрёмно выходить, потому что есть такое предчувствие, что там как будто бы кто-то еще, блядь, тусит. Нехороший жмых какой-нибудь там. Ой. Ой, блин, ладно. Я просто нечаянно F6 нажал, сейчас думал, сейчас как загрузит меня, блин. Не попал просто по кнопке. Ай, нет, смотри, не загрузился. Ладно, давай пробегу здесь. Вот тут, блядь, поле нахрен этих наемников. Сейчас, блин, чтобы толпа опять какая не выскочила бы. Ну, по-моему, где-то там тусовал. Так, слушай, а мы что, всех наемников, получается, разобрали, да? Ну, слушай, это, блин, почетно. Это зачетно, почетно. Надо похавать, надо попить. Вот так вот. Что у тебя было? Вот так вот собираю. Кстати, смотрите, у нас дроби уже почти нету. Мы, короче, всю дробь на них расстреляли. Слушай, пушки надо починить немного. Сколько у тебя процентов? 89. Ага. Тем уже не починишь. Давай вот так. Давай я еще похаваю немного, еще немного поем, потому что всю эту медицину, что я употребил, скажем так, она, короче, сожрала мою
насыщенной, скажем так. Так, зомби пока пофиг. Я хочу, короче, наемников обобрать. Давай я фонарик выключу. Кстати, у нас уже темнеет. А, кстати, у тебя М-ка в неплохом таком состоянии. Ремонта боевых шлемов. Па-па-пам. Ну давай возьму, ладно. И тут еще мухи валяются. Я же знаю, у вас тут прям до хрена было. Калашников. Так, водичка, вот это вот. Блин, все это такой соблазн, понимаешь, но оно перевес очень много дает. Разрядить. Вот эти хреновые патроны. Давай ты у меня их заберешь и забери, наверное, может, эту М-ку. Ну, типа, а нафига она мне? У меня есть кар. Слушай, и мне надо чинить дробовик уже начинать. Чем вот этим тогда получается чинить уже пока. 96 плюс нашивка чистого неба. Давай так. И сейчас, короче, вот этим можно будет починить, да? Ну все, вот 100%. И давай костюмы чуть-чуть подлатаем. А чем там костюм латается? Вот этим швейным набором, да? Нашивка военных идет. Слушай, а какого-нибудь бомжатского клея у меня нету? Бомжатского клея у меня нету. Ну, сейчас, может, надыбаем, найдем. Кобовиков, вот это вот все беру. Нашивки наемников. Кстати, у тебя пистолет нормальный, в таком нормальном состоянии. Ампула морфина. Вот это пойдет как хил. Соединить глушитель хотя бы вот так вот. Блин, хреновые патроны опять же с них тут падают. Отсоединить глушитель. Вот так. Вот так. Ну, кстати, патроны нормальные. Непригонная граната М209, да? М209. А, вот это давай. Слушай, если тебя разрежу. Слушай, нормально, патроны падают. А с тебя? Вот это, вот это, вот это, вот это. Все, у меня опять перевес дичайший, и мне идти только дальше двигать. Костюм еще я уже больше не починю ничем. Это, короче, только к ученым. И, сука, блин, я ж пришел за зомбаками, блин. И без зомбаков я не уйду, да? Значит, я иду сейчас, блин, и срезаю с этих зомбаков все, что мне надо. Ебашку энергетик. И, короче, до темноты, да, надо дойти до ученых. Переночевать там, дела все сделать. Позарились, понимаешь ли. О, нихрена, все эти там волына. Ладно, забери ее себе. Взрывное устройство. Неинтересно. Что это такое? Сварочные очки тоже себе можешь оставить. Мина, вот это, наемника, нашивка, стальная пряжка. Ну, стальная пряжка, она вроде как нужна там для ремонта, да? А, где она там? Так, это мина, стальная пряжка. Бонус ремонта плюс 8%. Пойдет. Наемники, блин, закончились наконец-то. Аптека. Давай я сразу щельнусь вот этой обычной аптечкой. Слушай, парни, кажется, я слышал хвососов. Мы, походу, не всех наемников еще перестреляли. Хотя, может, и хрен с ними, а? Ну, типа, ну... Нафиг вы мне нужны, да? Мне вообще тут не было цели с вами воевать, на самом-то деле.
Мы сюда набежали, блядь, всей толпой, блин. Он с той базы, у них там база, по-моему. Так, давай я еще этого жмыха отберу. Посмотрю, что у него там ценного есть. О, только пистолет, денежка. На самом деле ничего такого прям сверхценного с них не падает. Типа... Был бы какой-нибудь торговец, который бы скупал бы там все поломанные, поебанные вещи, но он доходится, он далеко. Я не знаю, как там Сахаров, как он скупает, не скупает. Вот. Все, давайте, мы почти пришли. Следующая остановка. Это уже Янталь, да? Да, на Янталь. Пока добежать до него там. Эпичное начало, да, серии. Парам-пам-парам. И надо будет дроби еще закупиться, наверное. Уже дробовик хорошая вещь. Так, уже больше сюрпризов нас не ждет. Давайте потихоньку двигать. Надо тут какое-никакое там пси-поле не разъебет там выжигателя мозгов. Я думаю, если бы оно тут было не отключено, оно бы уже нас ебало бы. И вот интересно, ты дробовика, блядь, чем уже стреляешь там? Сколько у тебя есть патронов на него? Так. А кто там с кем воюет, если не секрет? Так, и давай музыку тоже потише я сейчас сделаю. Вот так вот. Кто там ходит? Это ученые. С котом что связаешь? Ладно, это твоя цель. Была, ты его убил, если это ты был. А, кстати, вот здесь вот тоже есть аномалия, можно ее проверить при помощи детекторов. Я все еще надеюсь, что оно работает. И вот здесь вот, вот в этом здании. Так, давай сейф. Так, ну оно тут все еще не определяет ничего. Давай попробую вот этот детектор медведь. И он тоже тут ни хрена не видит. Там он тоже ничего не видит. Я думаю, уже бы запеленговал бы что-нибудь. Но сейчас мне своим перегрузом лезть туда вовнутрь не особо хочется. Давай вот так. Ну и этот детектор, собственно говоря, тоже ничего не определяет. Чё я, короче, пошел конкретно таким путем, я объяснял в прошлой серии, но повторюсь и сейчас. Я хочу посмотреть, извиняюсь, хочу посмотреть, мало ли у Сахарова тоже есть какой-нибудь там детектор третьего поколения. Ну вот, по возможности его купить. И посмотреть, будет ли он работать. То есть я похожу там еще по аномалиям каким-нибудь. И вот посмотрим. Так. У меня уже и выбора нету. Я сначала подумал, что сдохнет недалеко, потом... Все-таки, наверное, это Эмбиент был.
Потому что здесь мутанты любят тусовать в этой зоне. Ой, давай, может, еще энергетика. Я не знаю. Давай ты похаваешь. Ладно, похавала нормально. Сейчас дотопаем до Сахарова и спать ляжем. А, и надо еще эти купить. Титановую сетку. На переносимый вес. Потому что вроде, ну блин, ну таскаешь, ну все необходимо. Ну хорошо там, ну лута немного. Ну и что я там таскаю? Ну инструменты, блин. Три пистолета. Все остальное надо. Там хорошо, ну пару групп там с мутантов срезал. Ну типа, камон. Я, конечно, понимаю, что там в самом начале игры у меня вообще пиздец там был по переносимому весу. Ну это ж вроде, блин, куртка Дидига, или как она там называется. Кочевник. Типа плюс 15 килограмм переносимого веса. И 3 слота еще. Давай, давай, почти доковыляли. Ну здорово. Ты же, блядь, не наемник. Мне что-то твой синий костюм не нравится. Не о чем мне сейчас трепаться, понимаешь? Ну, атаковать меня не начали. Уже хорошо. Что там у вас валяется? Пластины из полиэтилена, а тип с бронежилетом. Здорово тебе. Здорово. Что у нас в меню? Это торговец еды. Нифига себе. 108. Так, он покупает руки за 108. А ты у нас кто? А ты у нас кто? Ты у нас ремонтник. Ну, ремонтнику, наверное, лучше вот это вот все поздавать. Да, и опять же, на стволы, наверное, эти забери. Вот так вот. А, слушай, мне почему-нибудь для починки своих костюмов взять. Вот это вот взять. И то, что бонус лимон тут дает, да? Ничего. Я им так просто не дамся. Давай вот это возьму. Все, давай починим снаряжение. Самым дерьмовым клеем. Вот этим. И плюс вот это, да? И у нас 99% костюм. Так, подожди, а никто из вас там... Так, нет, это хавку продает. А у тебя титановые... Какие нахрен титановые? Это хрень, точно, переносимый вес. Нет у тебя ничего, да? Сахаров, здорово. Приветствую на нашей... Короче, руки за 108 он покупал, да? Тот. Этот за 271. Выгоднее этому продавать все-таки. А, чё б тебе какую-нибудь херню продать бы? На детектор один лишний. Так, подожди-ка. Я чё хотел? Ремонтнику. Так, нет, это повар. Так. Работа. Так, для грубой работы. Будет сделано. Я выполнил задание. Все. 9700 дали. За другими тоже присматривать. Аномалии. Отлично. 60 косарей есть, и от веса избавился. Крышу рвет только так. Видали уже. Ну что, замечательно. Что? Сахаров? Ну и тебе всего наилучшего. Так. Более пиздатый детектор у тебя продается. Более пиздатого детектора у тебя не продается, но медицина мне нужна. А еще мне надо вот это, да? Плюс 3210, да? Так, я куплю у тебя вот эту хрень.
И, наверное, вот это вот по второй слот. На грузоподъемность. Все. Так, давай. Это купил. Это купил. У нас 58 килограммов переносимого веса. Так, как успехи на поприще науки помогают из зоны в открытиях, да и как вообще жизнь в научном обществе? Мы пытаемся доказать, что аномалии воронка носят не только лишь гравитационный характер, а скорее пространственный и временной. Если нам удастся это доказать, то порождаемые ими аномальные образцы будут ключом к созданию телепортационных технологий. Но право, что же это я? Тороплю немного события, прошу меня извинить. Это что такое? Только ограничитель. Так, ну что, медицины у меня хватает, да, бинтов. Я бы тебе еще бинтов купил бы. Что это за хрень? Налобный фонарик. С ПНВ, что ли? Набор ночного видения. Слушай, а сколько он стоит? Где он, блин? 10 косарей стоит, да? А чё, я хочу. Давай. Вот теперь у меня фонарик с ПНВшкой. Давай. Вот так вот ПНВшка. Ну, это какая-то хреновая ПНВшка, походу. Вот, и фонарик есть. Здорово, дружище. Здорово. Слушай, я бы тут поспал бы у вас до утра, если не возражаете. Вот прям вот так вот. Вот, потому что мне еще дальше топать. Произошел выброс. Отлично. Можно посмотреть сейчас новые, короче, эти. Мужики, отвалите, пожалуйста, блин. Посмотреть, короче. Блин, а у нас все еще ночь. Слушай, я ж там вроде спал, блин, до утра. Давай-ка ты, блин, так. Давай так посплю. Мне реально просто до утра надо. Давай, не подвисай. Так, ну плюс-минус светло на улице, да? Погода, правда, дерьмовая. Блин, а я, кстати, не купил патронов. А у кого тут можно купить? У тебя, может? А, так, ты патроны не продаешь? Мне много не надо, мне чисто на этот, на дробовик. Ты хавку продаешь, да? Ну, чисто хавку. Все, мужик, короче, иди. Так, а Сахаров патроны вроде не продает. Так. Это тоже ничего такого не продает. Прости, разговора не будет. Не приставай с разговором. Добром прошу. Ну, слушайте, у вас тут. Мужик. Ты ничего не продаешь, нет, случаем? Ну, Сахаров, я знаю, что ты не продаешь ничего, но я просто глянуть. Давай, 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 давай. Сюда иди. Не, ни хрена у него. Летую на научной базе. О, лучше бы я до утра подождал бы и купил бы вот эту. Ладно, ну что поделать, блин, давай продавать. Немножко потратимся. Все, и вот эту. И 59,8 килограмм у нас есть переносимого веса. А я как рад был, слушай. Все, так, надо, короче, топать на этот... Не на дикую территорию, на агропром надо топать нам. И там уже ебашить задание. Патронов нету, вот жалко, что... Жалко, что ты не продаешь патроны никакие. Это, блядь, что это было, нахрен? Это прилетел у меня снаряд, что ли? Патрон какой-то? Вы с кем там, блядь, воюете? Тушканами, что ли, воюете? Блин, ну идем, конечно, в лабу и без патронов.
Это, конечно, такое себе дело. У меня, типа, эти натовские есть. И, в принципе, их достаточно. Блин, а я мог бы эти патроны еще продать. Ладно. Без разницы. Такого уголя сделаем. Ну, после лаборатории этой. Так, давай опять музычку потише я сделаю. Вот так вот. Кабанесса. Ебать, я думал, ты сдох. Вот, а? Давай свои кабани и надежности сюда. Так, костюм. Собственно говоря, костюм. Нашивкой военных. Плюс вот это. А кто там, блядь, с кем воюет? Военные опять там, наверное, с кем-то. Просто на этой локации вроде как... Я не знаю, что это за мужик, блин. Ну, это с кабанами воюют. Блять, а там контролер, походу, сидит. Слышь? Я даже не знаю, вылазить тут так не вылазить. Так, ладно, мне на аэроплан надо, как бы. Это с контролерами, с другими там воевать, блин, смысла нету сейчас. Блин, это типа у тебя все еще кровотечение идет, да? А можно мне какой-нибудь... Ладно, я не буду пока тратить все это. А можно тебя как-то на быструю клавишу поставить? Давай на F3 будешь. А ты на F4. Все, вот так вот. Господи, блять, что с освещением? Так, ну и здесь по идее можно попасть, да? Да, попали. Идем в лабу. Ебать! Охреневший бабкин внук, блин. Нормально мне тут заспавнило, да, вообще? Вообще охрененно, да? Я даже такой поставы не ожидал. Думал, меня тут в другом месте немного заспавнит.
Так, давай ты мне замедление времени отключишь. Сейчас с этими чепушилами быстро разберемся. Они вроде для нас особой опасности не представляют. Их там почти с ножей, с ножа всех зачикал. Ай, бля! Ну чё, как оно? Нормально, блядь, все, да? Короче, пацаны, спасибо, что смотрели. Надеюсь, лайк поставите, подпишитесь. Вот. До встречи в следующей серии. Всем пока.